Партийная приемная «Единая Россия» стала местом поэтического вдохновения лабытнанских пенсионеров. Свое творчество великовозрастным слушателям презентовала поэтесса Вероника Богданова. Возраст просто цифры. У этих жизнерадостных женщин, но ни в коем случае не бабушек, осень жизни наполнена яркими красками. Спорт, творчество, рукоделие, общество и политика. Эти дамочки успевают все и везде. Мы ходим в музей, там у нас поделки разные делаем, вяжем, лепим из глины, рисуем. В конце концов, да, а теперь у нас еще преподаватель такой, что мы историю изучаем. Не только нашу историю, историю мира. Так что нам некогда, мы туда-сюда, и приходим уже домой поздно. Кипучей энергией, душевной бодростью и молодым задором своих девчонок заряжает предводитель Золотого фонда Тамила Суворова. В сентябре она встретила 86-ю осень жизни. Слова поздравления и признательности за многолетнюю общественную работу ей адресовал Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». Цветы и объятия от местного депутата Евгения Шестакова. Пусть вам во всем сопутствует успех и удача. Официальная часть – лишь вступление творческого вечера. Оставшееся время было посвящено любовной лирике, стихам об осени и воспоминаниям о войне. Вероника Богданова уверена – поэзия вне возраста. Если поэзия интересна, значит, душа еще живет в человеке. Я все свои обиды хочу простить внезапно. Наверное, я стану в тот самый миг мудрей, когда пойму, они мне путь перекрыли в завтра. И только лишь в прощении ключи от всех дверей. Наши ветераны, наши пожилые люди, они, я так думаю, что они самые крутые люди на свете. Они же у нас всегда везде. Они у нас на всех праздниках зажигают, песни поют, и спортом занимаются, и какие-то поделки конструируют. То есть они нашим молодым сейчас фору 100 шагов вперед дадут. Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Но жизнь быстротечна, годы проходят, и, казалось бы, вот он рубеж. Символично, что праздник людей серебряного возраста выпадает на 1 октября. Именно осенью природа наполняется самыми богатыми яркими красками. Светлана Кель, Дмитрий Свирит, программа «Время местное».